Я не знаю, кто ты, но точно не моя мама. Что ты такое говоришь? Выпусти меня немедленно. Пора валить отсюда. Домой! Эй, ты где? Куда ты спряталась от меня? Ничего не понимаю. Куда она испарилась? А это что? Детская перчатка? Я так и знал, это была не моя мама. Мальчишка использовал магию. Ну ничего, теперь я готов ему отомстить. О нет, моя перчатка! Кажется, я ее обронил на фабрике мороженщика. Ну все, он точно догадается, что это был я. Надо срочно вызвать Сигурда и ему все рассказать. Сигурд! 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 Приветствую тебя. Ну рассказывай, все прошло хорошо? Ты узнал, что задумал мороженщик? Нет, все прошло плохо, я ничего не узнал. А еще я потерял перчатку, и теперь мороженщик точно знает, что это был я. Подумай, может ты вспомнишь какие-то детали из вашего разговора с ним? Но он что-то говорил про магию. Магию? Значит, его план как-то связан с магией, и, видимо, у него остались какие-то записки от своей монахини. А если мороженщик заколдовал Грэмпу и заставил работать на себя? Может, его можно как-то расколдовать? Ну, мы еще точно не выяснили, настоящий это Грэмпа или нет. Мне нужно вернуться к себе. Кажется, я знаю один рецепт. А ты будь осторожен. Мороженщик в любое время может прийти за тобой, ведь он знает, где ты живешь. Постараюсь. Если что, ты знаешь, как меня найти. До встречи! Успокойся, я на твоей стороне. Я обманул мороженщика и запер его в фургоне. Почему я должен тебе верить? Ты же заодно с мороженщиком. Потому что я мог уже давно тебя схватить. Например, еще тогда, на даче. Ну, допустим, я тебе поверил. Можешь доказать, что ты не врешь? Конечно. Пойдем, тут недалеко. Иди первая, а я за тобой. Хорошо. Что с тобой? Здоровье подшаливает, я ж старпёр все-таки. Пойдем дальше. Вот там в гаражах я и остановился. Эй, мороженщик, как ты там? Наверное, затаился и хочет нас обмануть.
Да что с тобой происходит? Все хорошо, я сейчас приду. Эй, ты где? Эй, Грэндпа, ты где? Значит, Грэндпа и был ты? Все верно. Ну что, залезешь в фургон сам или мне помочь? Я буду кричать. Можешь кричать сколько угодно. Тебе все равно никто не услышит. Оглянись, здесь только гаражи. Убедился? Окей, ты победил. Сейчас я только сниму рюкзак и залезу в фургон. На, получай! Мальчишка, ты где? Нет, теперь он точно меня догонит. Надо что-нибудь придумать. Кажется, я знаю, что надо делать. Ну вот ты и попался. Сдавайся по-хорошему. Все-все, мороженщик, ты победил. Вот и славненько. А теперь вставай и пошли ко мне в фургон. И на этот раз без фокуса. Сейчас, только нога перестанет болеть. Все, мороженщик, твоя песенка спета. Вот так мороженщика и не стало. А почему ты не вызвал меня? Ведь я мог тебе помочь. Да там так быстро все закрутилось, что я обо всем забыл. Ты настоящий герой. Больше мороженщик не причинит вреда никому, ни тебе, ни другим детям. Это да. Жаль, что это был не настоящий Грэндпа. Ведь я так надеялся, что он вернулся. Не переживай. Возможно, когда-нибудь я найду способ вернуть Грэмми и Грэмми. Правда? Да, я уже работаю над этим и примерно знаю, в какую сторону двигаться. Но этот процесс очень долгий. А пока ты можешь спокойно пожить. Больше за тобой никто не будет охотиться. Это да. До новых встреч, маленький герой. Пока, Сигурд.